Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире голос Молодежного совета Западной Армении. Зимний призыв в Республике Армения начнется 25 декабря. Бегларян Артак, руководитель администрации президента Арцаха. ВМС Сирии и РФ проводят совместные учения по обороне военно-морской базы Тартус. Раскопки в Ване Западной Армении. Сегодня день памяти Гургена Яникяна. Дорогие армяне, сегодня с этим новогодним посланием я хочу обратиться к армянам всего мира от имени Молодежного совета Западной Армении. Как известно, 27 сентября 2020 года враг снова атаковал наш священный Арцах, полной истории и культуры. Стремясь, наконец, достичь одной из своих давних целей – завоевать Арцах, истребить коренное население, живущее там, снести и разрушить наши монастыри, церкви, кладбища, всего то, что доказывает присутствие армян на этих землях, стереть армянскую историю и заменить ее своей ложной, как в 2005 году в Нахачеване. Но армянский солдат сражался как лев, продолжая борьбу своих дедов и отцов. Борьба за свободную, независимую и единую Армению остановила реализацию вражеских программ. Тысячи армян пали на поле чести, защищая священную родину, и стали бессмертными. Да, противнику удалось временно оккупировать значительную часть нашей священной родины Арцаха. Это большая боль, но эта боль, которую мы чувствуем сегодня, станет большой силой, которую мы почувствуем завтра. Мы хотим, чтобы период великих побед армянского народа начался в 2021 году. Не будем отчаиваться, давайте объединимся и станем одним кулаком. Как показывает наша история, решение наших национальных вопросов в нашем единстве. Объединившись, мы становимся великой силой, которой враг боится и убегает от нее. И отмечу, что один из планов врага – разделить нас, всячески влиять на армянское единство. И мы, зная это, не должны жить по плану врага. Мы должны объединяться вокруг национальной цели – восстановить и воссоединить нашу раздельную родину – Арцах, Армению и Западную Армению, за которой наши предки тысячелетиями боролись. Паруиш Шаумян, Молодежный совет Западной Армении. Зимний призыв рядового состава на обязательную военную и альтернативную военную службу в Республике Армения начнется с 25 декабря. Как сообщает Арменпресс, это решение принято на заседании правительства. В решении, в частности, говорится: объявить зимний призыв на обязательную военную и альтернативную службу рядового состава граждан мужского пола с 25 декабря 2020 года по 31 марта 2021 год включительно. Далее зимний призыв 2020 года, которым исполняется 18 лет до 31 декабря 2020 года включительно, а также тех граждан, отсрочка от призыва на обязательную военную службу рядового состава, которых прекращается до 31 декабря 2020 года включительно. Решением правительства предусматривается также в рамках зимнего призыва 2020 года до 14 февраля 2021 года включительно в установленный срок демобилизовать военнослужащих рядового состава, прошедших обязательную военную или альтернативную военную службу. Президент Республики Арцах Арайка Рутюнян подписал указ о назначении Артака Артемовича Бегларяна руководителем аппарата президента Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает главное информуправление аппарата президента Арцаха. Около 10 российских военных кораблей, комплексы противовоздушной обороны «Тор» и «Панцирь» были задействованы в учении по обороне военно-морской базы Российской Федерации в сирийском военно-морском порту «Тартус», сообщили российские военные. В ходе тренировки, в которой приняли участие более 500 военнослужащих, впервые были отработаны совместные действия сухопутных сил, флота и авиации, сообщил журналистам командир сил ВМС РФ в дальней зоне Дмитрий Добрынин. Он сказал, что с российской стороны в тренировке в частности приняли участие носители крылатых ракет «Калибр», фрегат «Адмирал СН» и малый ракетный корабль «Вышний Волочок». Со стороны ВМС Сирии 4 корабля, отмечает Добрынин, сообщает Арменпресс со ссылкой на interfax.ru. По его словам, в ходе учения российские и сирийские корабли отразили условную атаку беспилотников на российский пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а также обеспечили выход сил из-под удара условного противника. Колеса для конных упряжек времен Араратского царства были найдены во время исторических раскопок в провинции Арчеш, в провинции Ван, в западе Армении. На протяжении всей истории Ванский замок был местом проживания многих цивилизаций. Рядом с крепостью в Некрополе, крепости Чавуш-Тепе, в крепости Яянис были обнаружены важные находки, принадлежащие Араратскому царству. Заведующий кафедрой археологии и литературного факультета университета Ван профессор доктор Рафет Чавушоглу проводил наземные исследования возле села Улупамир в 30 километрах от провинции Арчеш. Во время раскопок, проведенных в долине под названием «Желтые скалы», были обнаружены архитектурные остатки разных периодов, гончарные изделия и керамика, разрушенные гробницы, образцы которых находятся в крепостях Араратского царства.
Гурген Еникян родился 24 декабря 1895 года в Карине, в Эрзуруме, Западной Армении, и умер 27 марта 1984 года в США. Армянский инженер и писатель, убивший турецкого консула и вице-консула в Санта-Барбаре и отмщение за геноцид против армян 1915 года. Гурген Еникян родился в Западной Армении в Карине, учился в Нур-Нахичеване, Тифлисе, Женеве, в Ичмиадзинской семинарии. Во время геноцида против армян 1915 года вся семья его родителей была убита турецкими солдатами. Гургену удалось спрятаться и остаться незамеченным. Он перешел через линию Кавказского фронта и вступил во вторую армянскую добровольческую дружину под командованием Дрю. Позднее Еникян выехал в Москву и получил инженерное образование. В 1930 году вместе с супругой Сусанной эмигрировал в Иран. В скором времени инженер Еникян, будучи руководителем строительства стратегической дороги в Иране для союзников во время Второй мировой войны, был награжден правительством США и получил американское гражданство. В 1946 году Еникян и его супруга вылетели во Францию, оттуда уже в США. В США Еникян опубликовал несколько романов. В 1972 году Еникян посетил дом-музей Мартироса Сарьяна в Ереване. В 1973 году в Санта-Барбаре Еникян в номере отеля «Балтимор» застрелил турецкого генконсула в Лос-Анджелесе 49-летнего Мехмета Байдура и вице-консула 31-летнего Бахадура Демира. Еникян надеялся, что открытый процесс позволит судебно установить факт геноцида против армян, отдельные свидетели которого еще оставались в живых. Но прокурор Дэвид Миннер своей властью не позволил превратить уголовный процесс в процесс о геноциде. Еникян рассказал, как были убиты 26 его родственников, и он, спрятавшись, видел, как турки перерезают горло его брату окопу. Он заявил, что убил турецких дипломатов в качестве представителей правительства, которое уничтожило его народ. Его свидетельство никак не повлияло на решение американской Фемиды. В июле 1973 года Еникян был приговорен к пожизненному заключению. В 1984 году он был выпущен из тюрьмы в связи с плохим состоянием здоровья и умер менее чем через месяц. Турция выступила с решительным протестом против освобождения Еникяна. 5 мая 2019 года Еникяна перезахоронили в пантеоне Ярабулур. Вскоре после событий 1973 года появилась группа заключенного Гургена Еникяна, впоследствии известная как Армянская секретная армия освобождения Армении Асала. «Я знал, что не останусь один. Гурген Еникян». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию нарек «Талвурики Катрича». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!